В качестве водопроводной воды специалисты водоканала уверены, но вот уверены ли в ней жители города. Мы решили спросить у барнаульцев, какую воду предпочитают они. Ну, конечно, фильтрованную. А почему? Ну, считаю, что она более чище, экологичнее, наверное, так. Вы воду пьете из-под крана или фильтрованную? Фильтрованную. А почему? Ну, потому что она полезнее. А с чего вы так решили? Ну, потому что в наших трубах, как правило, множество всяких бактерий, ржавчины, а как-то вовнутрь неохота это принимать. А как думаете, вообще безопасно будет в паводок ее пить? Думаю, нет. Я пью водопроводную воду, потому что думаю, это безопасно. Привыкли уже фильтровать, и ребенку даем только фильтрованную. Многие у нас фильтрами пользуются и боятся сейчас вот паводок, боятся, что вода будет плохая. А вы почему не боитесь? Не знаю, потому что я из колонки беру со своей. У нас колонка вообще отдельная. Хорошая вода. Вот сейчас паводок надвигается. Как думаете, водопроводную воду безопасно пить будет? Я уверена в нашей воде. И даже кулером только на работе пользуюсь. Поэтому наш водоканал нормально справляется.